А ты их, Дим, еще на горке своди. Тем более, что их начали заливать в парке Затеменский. Высота уже установленных достигает от 1,5 до 4,5 метров. Эти деревянные конструкции прошли сертификацию безопасности и изготовлены на производстве. Но развлечения рассчитаны и на взрослых. Самая высокая горка будет высотой 6,5 метров. Ее установят в четверг. На горках Затеменском можно будет прокатиться уже 24 декабря. А для удобства горожан парковка на 300 мест, туалет и пешеходные дорожки.